Друзья, всем привет! Сегодня 9 мая. Сегодня мы прогуляемся по центру и посмотрим, как же проходит этот праздник в столице. А начиная свой маршрут с Чистопрудного бульвара, который закрыт для прогулок. Но все равно я немножечко загляну в пустующий бульвар. Долго гулять я здесь не буду, так как здесь очень много камер. И я думаю, полицаи, скорее всего, быстро прибегут. Просто полюбуюсь цветущими тюльпанами. А вот, собственно, и они. Вот я у метро Чистые пруды. Собираюсь проехать в самый центр столицы, на Красную площадь. И посмотреть, что же сегодня там происходит. А вот площадь у метро Чистые пруды сегодня безлюдна. Только какие-то одинокие прохожие и велосипедисты едут. И больше никого нет. И смотрите, какие интересные дезинфицирующие аппараты появились в метро. Не на каждой станции, но уже много где видел. Вот, собственно, я уже спускаюсь вниз на станцию Чистые пруды. И как-то уж слишком безлюдно в подземке. Такого безлюдного 9 мая Москва, я думаю, еще не видела. Это какие-то апокалиптические кадры. Возникает вопрос, где же люди? А вот и прибывающий поезд. Сейчас я зайду и покажу, а есть ли в этих вагонах люди. А люди в вагонах есть. И самое интересное наблюдение из жизни в метро – это переход от охотного ряда на станцию Театральной. Здесь вот стоят сотрудники метро и что-то снимают на камеры с самого начала карантина. Когда я спросил, что вы снимаете, они сказали, просто снимаем. Я уже в самом центре столицы, но только пока под землей, а здесь у сотрудников полиции какое-то собрание. Итак, московское время 3 часа 10 минут. Я на Тверской улице, где обычно на 9 мая улица перекрыта, и здесь гуляют люди. По Тверской как раз когда-то проходило шествие бессмертного полка. Сегодня же Тверская работает в обычном режиме, хотя поток машин, конечно, очень большой, а вот людской просто минимален. Я уже около Александровского сада, где собрались люди. И какие-то происходят дебаты. Вот послушайте. Вот я и на Красной площади. Люди, которые здесь находятся, в основном это полиция и репортеры разных новостных каналов. Простых прохожих здесь очень мало, и полиция их здесь активно проверяет. Одиночный пикет бессмертного полка. И вот парень на велосипеде сидит. Его, кстати, потом полиция проверять будет. Вам сказали, дома сидите. А чё без маски? Я даже не знаю, как это прокомментировать. Эти люди в защитных костюмах с рупортами стоят по всему мосту и вещают эту фразу, почему не сидите дома, почему без масок. Причем ходит полиция, никто к ним не подходит, не останавливает. Я не знаю, это какая-то акция, что это такое, непонятно. Я продолжаю свой маршрут к Китай-городу, а перед вами уже расцвевший весенний парк Зарядье и английское подворье. Также пустующая пешеходная зона и небольшая такая зарисовка из жизни города. И из этой прогулки можно сделать вывод, чем дальше от Москвы, тем масштабнее
празднования 9 мая. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Коломбо. Всем пока.